как протестировать работоспособность моторщика с регулятором. Сюда, пожалуйста, подходи. Мы имеем аппаратуру Spectrum DX8. Мотор для тестирования. Регулятор мы сейчас подключим. Протестируем работоспособность. Приемник Spectrum DX8. Импровизированная раздатка, которая есть на квадрокоптере. И батарейка. Для того, чтобы это все запустить, я подключаю мотор к регулятору тремя проводочками. Регулятор вот этим кабелем, который бэк 5-вольтовый, подключаю в свою очередь к каналу газа на приемнике. Можно поближе показать. Канал газа, тротл, подключается согласно схеме, которая указана вот здесь вот. Эти два провода я надо подключать к линии 12 вольт. На собранном коптере они, в принципе, уже подключены. То есть ничего отрезать, переподключать не надо. Вот, проверяем, чтобы нигде ничего не было перепутано. Включаю аппаратуру. Сразу желательно откалибровать регулятор. Для этого газ поднимаем на максимум вверх. Подключаю. Вот. Регулятор определился. Опускаю теперь вниз. Он должен проинициализироваться. Теперь мы можем протестировать работу. То есть, как видим, моторчик работает. Теперь хочу протестировать еще один регулятор. Я отключаю питание от батареи. Снимаю этот регулятор, который мы уже проверили, удостоверились, что он работоспособный. Откладываю его в сторону, беру второй регулятор. Тоже подключаю в канал газа на приемнике. Согласно схеме, которая нарисована вот здесь вот. Подключаю наши раздатки. И три провода подключаю к фазам мотора. Тоже поднимаю опять канал газа на приемнике и включаю батарею. Приемник включился. А сейчас идет определение регулятора. Он определился, опять опускаю газ вниз. Должна пройти инициализация. Все работает. Вот такая схема тестирования несложных кабинных регуляторов. Чтобы проверить работоспособность пары мотор-регулятор, нам понадобится пульт управления, в данном случае это Spectrum DX8, сам двигатель, регулятор, импровизированная раздатка, которая эмулирует коптер, батарея питания и приемник сателлитом. Все это надо между собой подключить. Yeah.